Когда Господь при сотворении мира сбросил на землю всю непокорную злую небесную силу, на людское жилье тоже попадали нечистые духи. При этом неизвестно, отобрались ли сюда те, которые были подобрее прочих, или уж так случилось, что, приселившись поближе к людям, они обжились, пообмякли, и при этом даже оказались привычками людей веселого и шутливого нрава. Интересно, что они там делают? Кому интересно, а кому не интересно? Точно, не интересно. Вот раньше как, например, весну ждешь, потом лето, а сейчас время какое-то стало. Восьмой, восьмой. А тебе вообще что-нибудь интересно? Восьмой, на связь. Почему он там, а я здесь? Ели вместе одну курицу. В одной столовой. Кузькин, мать твою! Ты слышишь ведь? Слышишь? Сколько раз говорить, я Кузьмин! Кузьмин, быстро в песчаный карьер. Голубые «Жигули», возможно, есть оружие. Или пиво, или ничего нет. Восьмой, кончайте дурака, Валя. Быстро в карьер. У нас поломка. Да врешь ты все. Что сломалось-то? Прямая кишка. Машине? В Андрее. Приступить к заданию не сможем, пока он не выйдет из сортира. Если хочешь, пиши рапорт о работе столовой. Берите вашего засранца и быстро в карьер. Все. Андрей! Андрюха! Андрюха! Иду, иду. А чего? Неплохо выглядит. Что случилось? У тебя пятнашка есть? Зачем? Ну ты же заплатить забыл. За что? Стоять! Куда ты?
Ну давай, по-быстрому. А мы тут сами разберемся. Андрей! Кузя! Лёша! Слава тебе, милиция! Ой, что бы наделали? Ой, мамочки, что бы натворили? Заткнись. А что это я должен затыкаться? Заткнись, говорю. Ну хорошо, заткнусь. Легче тебе. База, я восьмой. Слышь, не говори им про меня. Связь! Минуточку. Связь! Андрей, ты? Я! Андрей! Я! Андрей, что случилось? Андрей, выйди на связь. Кузя, Андрей, что случилось? Ребята! Не понимаю. Что делать будешь? Тебя в отделение отвезу. Правильно. Ну это глупо. Ты ведь сказал уже, что меня там не было. Все равно отвезу. Совсем глупо. Придется говорить, что ты меня упустил. Отпираться будешь? Раскалюсь. И расскажу, как ты за кучей сидел, пока твоих приятелей убивали. Я человек честный. Меня Пиней зовут. А ты Андрей, верно? Андрюха, ты мне нужен. А я, сдается, нужен тебе. Ты мне не нужен. Андрюша, тебе знакомо имя Макс? Вот как только мы приедем в участок, я это имя забуду. Дефект памяти. Не забудешь. Мы тебе память-то полечим. Потому что вся мерзость, которая происходит в последнее время, связана с именем Макс. Все ребята, которые погибли, занимались именем Макс. 3 года, как мы бросили все, и занимаемся только именем Макс. Так что память тебе будут лечить большие специалисты. Хотя я уверен, никакого Макса вообще не существует. Как не существует? Так, не знаю как. Игра, блеф. Потрясающе! Потрясающе! Значит, Макса вообще нет. До сих пор не было. Но завтра он будет там, где буду я.
ты. Слушай, дядя, откуда вы все знаете? Макс мой одноклассник. На одной парте сидели. Андрюха, ты знаешь мало. Ну, кто-то должен знать много. Так это я. Ильин, ты сегодня ел или пил? Ну ладно, я тебе постоялицу привела. Девочка-абитуриентка, дочь моей подруги. Зовут Серафима. Будет жить. За мной. Здрасте. Да, давно я здесь не была. Жить будешь здесь. Денег не возьму, не возражай. Он мой брат, его не бойся. Двинутый, конечно, но не сумасшедший. Так от одиночества. Хотя психушки от него брыдали. Чертей боишься? Нет. Верно. Живи. Учти, Ильин, это последняя попытка. А куда это мы едем? В отделение. Горич. Во-первых, ты ведь ему уже доложил, что меня там не было, то есть набрал. Во-вторых, Макс возьмет чемоданчик и уйдет с ним за границу. Так что приятели твои зря подставились. И последнее. В участке я скажу, что ты рехнулся. И мне поверят. После того, как ты им наплетешь про подземелье, про Макса и про валюту в тайничке. А бить меня бесполезно. Пониженный болевой порог. Я не чувствую. Ну хорошо. Допустим, я тебе поверил. Допустим. Макс объявится завтра. Я-то тебе зачем нужен? Как зачем? Ты же представитель закона и правопорядка. А? Кто же тогда нужен-то? Куда ехать? Прямо. Постой. Давай палец забинтуем. Ты же сказал, что у тебя не болит. Болит, не болит, а лечить надо. Пальцев не напасешься, пока с тобой договоришься. Значит, вы с Максом спрятали чемодан с валютой. Кстати, что такое пиня? Зовут меня так. Замечательно. Значит, волшебная дверь, ключ находится у Макса, тайник известен только тебе, привидение там живет. Да нет там никакого привидения. Нет, должно быть, ты понимаешь, что это бред, бредятина. Сюда! Что ты должен был рассказать? Кому? Перестань колотить, сказать не даешь! Степа, а что, Макс приказал меня бить, что ли? Степа!
Тебя ж вырубили. Да не совсем. Алло, тихо, тихо, ты че? Хватит, да? Ну, замочи. Не бойтесь, но уходите отсюда, пожалуйста. Я не понимаю. Я взял бандита. Да. Я должен был посадить его в тюрьму. Почему я его отпустил? А это у тебя надо спросить. Ты его отпустил? Ну ты же мне сказал. А ты мог бы не отпускать? Хорошо, что мы с тобой встретились. Ты чё? Живот болит. Сейчас чайку заварим. Тут вторая половина дома стояла. Она рухнула. Такой Никиша жил. Но это не моя территория. Тут-то Макси был. Видишь дорогу? Ну? Прямо в дом. Не ездил никто никогда. А дорога есть. Сам увидишь. Тебе понравится. Все тут. Чемоданчик тут, валюта. Ага. И коробочка. Прошу. Ничего этого нет. Я что, дура? Но это же антинаучно. Ну и ладно. Мистика. Очень хорошо. Бабушкины сказки. Отлично. Этого и вовсе нет. Ну что-то же есть. Что, помогает? Ага. Так дай мне. Ты что шумишь? Конспирация такая. Пей.
В этом доме всегда нечисто было. Бабка моя, как помирала, всему чертье ругалась. Жить не дают. Всегда так? По-разному. Шаги и стенки. Тут стена. За ней сразу улица проверена. А тут что? Лестница вот. А там что? Ты мою сестру видела? Ну? Она все тут облазила. На чердаке пыль сплошная, там уже лет 100. Никого не было. И так далее. Это все от подземелий. От каких подземелий? Ты что, про подземелья не знаешь? Нет. Дожили. Странно, раньше все знали. Тут же весь город на подземельных ходах стоит. Ну. Предки наши настроили. Не всякая бесовщина водится, так что теперь без чертей ни входа, ни выхода отыскать нельзя. Ну? Не попадет туда простой человек. А центр всех этих подземелий где-то здесь, рядом. Ну а что? Снести халупу, выселить мужика и взорвать к чертовой матери. Ага. Все бы вам рушить да выселять. Кому халупа, а кому и дом родной. И потом, если здесь шевеление начнется, Макс совсем не появится. Да. Ну что, ждать будем? Слушай, а чего ты мне от живота там не болит? Воду? Врешь. Я сам воду пил, не помогал. А ты ее кипятил? А. Главное, ничего не делать. А я и не делаю. Ну и правильно. Ты делаешь, чтобы хуже становится. Тебя как зовут? Ильин. Ну, а по имени? Ильин? Угу. Для домового. Конец работы. Чего сидишь? Опять брат? О, Господи. 12 лет его женю. Последняя попытка сегодня. Себя бы пристроила. Брата женю, собой займусь. Угу, пойдет мобилизация. Ничего, повоюем. Тут рядом раньше дом стоял, в нем сосед жил. Никешей звали. Еще когда я родился только. И бабка моя говорила, что он со своим хозяином близко знался. С кем? С домовиком. А. Так вот, в 51-м ночью как-то понаехали. Все оцепили, сказали обыск. Такое тут устроили, что дом скоро завалился. Поломали все. Стены сверлили. А после узнали люди, что Никешу. Расстреляли Никешу. Знаешь за что? У Никеши копал якобы тоннель.
Отсюда и в Мюнхен. Кажется. Одним словом, в Европу. Дикость какая-то. Да. Дом пропал, и Никеша кончился. А по-людски Никешу как звали? Никеш как раз по-людски, а по имени не знаю. Никеша — изменник Родины. Я тоже изменник Родины. В общежитии у девчонок жила, то партнер все время орала. Изменники Родины, изменники Родины. Почему? Все уехать хотят. Кто в Америку, кто куда. Подальше от Родины. Ну, знаешь. А для меня? А для меня Родина — шкаф. Вот этот. Я родился, он стоял. Помру — все равно стоять будет. Когда маленький был, боялся его. Потом внутрь прятался. А позже меня в него сажали, когда наказывали. А... как называется? В юности. Да, в юности я его ненавидел. Топором рубил. Не получилось. Теперь водку в нем держу. Знаешь, мне порой кажется, сперва был шкаф, а потом дом к нему пристроили. А ты в Америку хочешь? Черт вас подери! Черт, говорю, вас подери, а! Сидят! Давно так сидите? Господи! В этом доме хоть кто-нибудь может вести себя по-людски, а? Ну, хоть немножечко! Это как? Ой, да черт его знает! Черт, Изин, садись! Ой, да толку с вами сидеть? Нет, конечно, толку. Ты пьяница, ты бездарный, бестолковый, бесполезный человек. Но это несправедливо. Ой, как несправедливо. Если бы я все время работал, работал, трудился каким-то образом, можно было бы называть меня бесполезным, попрекать отсутствием результата. Но я ничего не делал. Ни на кого ответственность не перекладывал, мол, не мешали. Пусть бы я хотел работать. Кричал бы на каждом углу: работу мне, работу. Так я же и не кричал. Приличные люди никогда ничем не занимались. Чего разве по молодости болтал? Ну, ужинать пора. Ты тоже за француза замуж собиралась? Я? Когда это? Лет 15. А тут французу от самого несчастья не было. Я же не попрекаю тебя отсутствием результата. Да. Не зря тебя в детстве жиденком звали. Да какой жиденок? Жиденок и есть. Простите, вы еврей? Нет, к сожалению. Ну и чё вы его так называете? А потому что никогда не узнаешь, чего он думает и чего он хочет. Жидёнок и есть. Ну и пусть. Уеду в Израиль. А тебя не возьмут. Это почему? Да потому что ты русский! Ильин, я тебе еще раз говорю. Она не девочка. Сделай что-нибудь, а? Что? Классная женщина. Теперь колбаса. За мной. Thank you.
погасить забыл. А? Сами погасят. Вот, видишь? Ух ты. Смотри сюда. Ну? Если бы я свечу погасил, он бы про колбасу вспомнил. А если свеча горит, тут уж не до колбасы. Воруешь колбасу-то? Я колбасу? Ага. Да я ее покупаю. Не. Что думаешь, он в магазин ходит? Ага, как же. Мне приходится. Куплю, подсуну в холодильник. Он и пользуется. Не удивляется? Некогда ему удивляться. Сам видишь, за год сколько у человека. А водку он для кого налил? Ну, для домового. А ты зачем выпил? А чё же, так и стоял? Ну да. А домовой? Какой домовой? Ну... Ты попей чайку-то. Совсем запутался. Чай очень горячий. А тебе какой лучше? Теплый. Ну, пей смело, он теплый. Теплый. А ты водку чувствуешь? Пьянеешь? Нет. Ну, падаю. Потом. Слушай, это же пришельцы. Кто? Ну, пришельцы, инопланетяне. Летающие тарелки. Нет. Это наша нечисть. Отечественная. Зачем это в меня стрелять? Ну, например? Например? Вот ты на себе и примеряй. На мне нельзя, мне больно. А ты ничего не чувствуешь. Слушай, ты часом не завидуешь? Так ты не завидуй. У меня ведь как? Стоишь иной раз и соображаешь. То ли пить хочется, то ли писать. Хорошо, если пить. А то пока догадаешься, может быть и поздно. И вот еще что. Может, это барабашка? Барабашка, которая в стенку стучит. У меня скрипит. А стучать пробовал? Давай постучим. Так, что-то новенькое. Хватит, видимо. Беги! Беги! Спасайся! Куда я пойду? Брось из этого дома, из этого места, отсюда! Куда? В Америку, что ли? Да хоть в Америку! Проститутка там станешь, все равно лучше, чем здесь, наша нечисть! Проститутка, я и здесь могу быть! Больно, пусти! А здесь? Здесь не надо! Thank you.
Ты как насчет девочек? Ты чего? А чего? В этом корыте меня маленького мыли. Условие было. Воду не расплескивать. На пол вода попадет, отмылся. Горячие. Вылезай. Бабка еще подзатыльник даст. Больно. Я не буду расплескивать. Я почему-то не стеснительно. А что, это плохо, что ли? Ну, почему плохо? Совсем неплохо. Как есть. Ты чё? Подглядывать нехорошо. Ну? Подглядывать, говорю, нехорошо. Ты это мне говоришь или себе говоришь? Я это знаю. Но я так и думал. А еще я бездельница. А ты работал когда-нибудь? Служил. Для поддержания штанов. Нет, не работал. Ну и правильно. Не в Америке живем. Да уж. Уя. Вот. Ко мне вчера ночью опять домовой приходил. Сел на грудь и давит. Чуть не задушил совсем. Ты что ли? Ты чего, рехнулся? Ты Вий помнишь? Да, конечно. Гоголь все-таки. Да нет. Это кино такое. Там на полу мелом круг рисовали. От чертей помогает. Красный полос вокруг небес. Темный поезд пронзивший лес. Кому халупа, а кому и дом разводит. И потом, если здесь шевеление начнется, Макс совсем не появится. Ч
что ищем? Тихо ты! Звук! Будто мы там! Ну и? Что ну и? Мы-то здесь! Эти спят! Так-то кто? Слушай, ложись в постельку, никто! Бывает. Тут много чего бывает. Не все же вскакивать посреди ночи. А вот и НЛО. Летят родимые. Что это? Метеорологический зонд, разумеется. Ясно, как день. Где? Вон. Точно зонт? Конечно. Слушай, Пиня, а ты уверен? А ты чё? Веришь в летающие тарелки? Перезвоню попозже. Ты только послушай, что она про твоего лучшего друга говорила. Мам, тут у телефона очередь. Пока. Ну, как знаешь. Спокойно.
назад! Руки! Так, что у нас там? Вперед! Я готов ответить на любые вопросы. А какие вопросы? Ну, ты не хочешь знать, что здесь происходило? Нет. Как? Мне все так понравилось. А чего ж ты ревела? Ну, все так было отлично. Знаешь, даже реветь охота. Да? А может, я преступник? Маленький, ну какой ты преступник? Я не маленький. Да не заводись ты, маленький. Что значит не заводись? К ней в машину вламывается какой-то незнакомый мужик. Это нарушает все правила дорожного движения. Она знать не желает, кто он. Познакомиться хочешь? Ну, давай. Я Зинаида. А тебя-то как звать? Сокол? Андрей. Ну, садись, Андрей, обратно. Мужика тебе не хватает. Вылазь. Ну, тогда я вылезу. Слышь, садись, а! Уж если мужика, то мужика. А не юнца, вроде тебя. Маленький. Черт! И верно, в России воздух не свежий. То-то и дело. Родился, вздохнул. И сделано. Уже русский. И чего орут? Мне 27, скоро 30. Ну, было 27. Я не заметил. Ну, 30 было. И наплевать.
чего они там через 300 лет подумают. Время, понимаешь? У русского человека всегда время найдется подумать о душе. Да в конце-то концов, в рай-то попадают немногие. В конце... Слава тебе. Мне 35 лет! Все погибло! Все, Саша! Александра! Все погибло! 35 лет! Ой-ой-ой-ой! Мишенька! Что? Я ноль, я ничтожество! Ноль, мне 35 лет! Лермонтов 8 лет, как лежал в могиле! Наполеон был генералом! Вот! А я ничего в вашей проклятой жизни не делал! Вы погубили мою жизнь! Я ничтожество, по вашей милости! Александра! Где я? Где у вас тут удобство? Что? Туалет. А, во дворе направо. Обещал привезти. А что тот в туалете делает? Может... Ага. Может, я пойду? Это... Может, человеку помочь надо? Его нет. Нигде. Делается. Ты что за черт? Слушай, опер! Арестуй ты меня к кедрене матери! Сил моих нет! Правда, забери ты меня отсюда! Предчувствие у меня! Поехали с тобой в чистую комнату, ты меня будешь допрашивать, а я тебе что-нибудь врать буду, и никаких бандюк! Чего ты расходился? Чего ты расходился? Ну, пнули пару раз под задницу. Тебя ж как с гуся вода, ни хрена не чувствуешь. Это унизительно! Меня бьют, а я ничего не чувствую. Даже не знаю сдачи за спортовательня. Ты понимаешь, это унизительно!
унизительно! Унизительно! Вот что. Уходи отсюда. Быстрее. Ты только и делаешь, и меня выгоняешь. Уходить не собираюсь. Недоволен? Доволен. Ружье можно взять? Оно не стреляет. Пускай. А что не стреляет-то? Я пробовал, не выстрелило. Когда прочитал, если ружье на стене висит, обязательно выстрелит. Точно? Чехов. Антон Павлович. Ладно. Ружьем ударить можно, если что. Главное, ничего не делать. И что выдумал? Ты же меня оскорбил! Я как скуча вода! Даже если ничего не чувствую! Финя! Финя, да ладно тебе, нашел повод! А я женщину не чувствую. Да ты что? Совсем? Совсем. Да. Ну ты должен меня понять. У тебя тоже не лады по женской части. Слушай, ты, темнила. Усохни, а то просветлю. Я чист, как стеклышко. Чист, как стеклышко. Темнишь всю дорогу. Это что? А я же говорю, что мы одноклассники. Это что? Дата? Это что? Может, не надо. Ты злиться будешь и все одно не поверишь. Не поверю, а сказать должен. Это школьная инсценировка. А кто твой одноклассник? Вот оно! Узнаю Максимушку. Это Шамон, отличный парень. Ты бы еще конница Буденного сказал. Шумит на улице. Нас сказали за то, что шумит внутри. Что я говорил? Не помню. Слушай, приятно, что ты все время говоришь о таком, что совсем никакого отношения не имеет ни к тебе, ни ко мне, ни вообще. Правда, успокаивает. Ага. Идиот. Есть идеи. Идей нет. Но будут. Надо узнать, что барабашка хочет. Стукни два раза. А что это значит? Там разберемся. Успокой людей, стукни им. А это что значит?
Ну? Тебя же здесь наверняка искали. Чего, ни разу не нашли? А у меня рецепт есть. Ну-ка, ну-ка, какой рецепт? А вот! И хрен меня найдешь! Ну что? Да, бабушка всегда говорила, что ты будешь уголовником. Чего уставился? Проваливай! Проехать дай! Что это было? Я не понял. Пенька, это что же у вас тут такое делается? Это кто? Макс. Макс, Макс. Нынче так не делают. Я позаботился. Такую дверь, Степа, открывать приятно ключом. Если он есть. Четыре направо, семь налево, пас, три направо. Добро пожаловать. Видишь, что ты натворил? Увидеть бы. Что именно? Не надо больше. А что ты вообще впутал? А может, он мне друг?
Ну, твою пеню, мать. Видишь, пеня, как плохо быть бесчувственным. Это ты мне говоришь? Ну, а кому же еще? Тебя ведь бей, не бей, ты ни хрена не чувствуешь. Друга твоего бей, не бей, ты опять ни хрена не чувствуешь. А всего-то нужно, Пиня, сказать, где имущество. Между прочим, общее. Надуешь? Обязательно надую. Степа! Кончай мента. Это же перед всемирной выставкой. Париж впервые, башня Эйфеля. А вот ты, Пеня, не пошел, и я уверяю тебя напрасно. А что мне делать? В чужом городе. Зря. Очень зря. Там солнышко было, а здесь дождь, как водится. Одноклассники, говоришь? За одной партой сидели. Понятно. Понятно. Не бей! Правильно. Не бей. Кончай. Же было. Посмотри, посмотри. Ты же давно интересуешься. Отойди от мента, он тебе не нужен. А ты стрельни! Боишься? Нет. Я не хочу нарушать закон. Да ты уже нарушил закон! Ты ушел из дома! Отдай коробочку! Не отдам. Закончим с ментом, поговорим спокойно. Отойди, говорю, он тебе не нужен. Кто нужен? Кто мне нужен? Огонь! Макс! Макс! Замолчать, пожалуйста! Замолчать, пожалуйста!
Что это было? Сквозняк. Коробочка. У него автомат. Автомат. Ногу чуть не оторвал. На, я все одно не умею. Откуда он у тебя? От дяди остался. А ключи от наручников тебе дядя случайно не оставил. На обследование в каком-нибудь Париже. В каком Париже? В французском. Куда думаешь, он пошел? Ну, по берегу, скорее всего. Ой, дурак ты, дурак! Слушай, я тебя... Извини. В Париж он пошел с коробочкой. Ты черт бы подрал твою коробочку. Вот, Андрюха, вот это-то я больше всего и боюсь. Слушай, Пинь, я тебе должен честно сказать. Ты мне хоть и друг, но мне все это уже вот так надоело. Я ни хрена не понимаю. У меня голова уже пухнет от этого. Так. Это что? Это... Опять. Задержи ее. Это... Ну, голубчик. Ну. Как же вы надоели со своими выкрутами? Стой здесь. Прикроешь с тылу. Поняла? А. Вот если кто появится, делай вот так. Понятно? А. Thank you.
там Ильин. Ну, Ильин. J'étais dur à cuire, elle m'a converti, la fine mouche. Et je suis tombé de chaudrati entre sa bouche. Почему? Потому что Америка. А что, у американцев тоже галлюцинация? Я не знаю, что у американцев. Это далеко я там не был. Так пойдем посмотрим. Это же здесь. Это не может быть здесь. Домовые у тебя могут быть, а американцы не могут. Ну... Здесь не могут. Где? В двух шагах от моего дома. Здесь. Так не надо хвататься, ты меня сам взял в Америку. Проституткой стать хочешь? Я не успею стать проституткой. Я погуляю, все. Что здесь так холодно? Почему холодно, непонятно. Что-то непонятного. Мы там. Они... здесь. У нас все бедные, у них все богатые. У нас тепло, не холодно. Понятно? Понятно. Че тебя тянет туда? Я оттуда, и ты тоже. Там мой дом. Развалюха это? Да ее снесут послезавтра. В этой развалюхе прошла моя жизнь. Это твоя жизнь прошла. А моя жизнь только начинается. Что ты будешь делать одна в незнакомом городе? Пойдем, а? Им так лучше и нам. Кому мы тут нужны? А там? Там. Там тепло. А? Пойдем. Ладно. Пойдем. Вот и моя жизнь прошла. Прошла. Понимаю. Не понимаю. Пиня, ты даже не представляешь, как глупо все это выглядит. Они же не понимают ничего. Не понимаем. Ну и что? И пусть не понимают. Но нам-то с тобой что делить? Коробочку. Ну, а что ее делить? Она у меня. Она не твоя. Ну и не твоя. И никто не знает, чья она и что с ней делать. Нельзя с ней ничего делать. Я и не буду. Нет, я так не думаю.
А когда валюту для меня прятал, о чем думал? Валюта тебе, а коробочка на месте. А что ты сейчас запаниковал, а? Я же видел, какой ты в прошлый раз вернулся. Пьяный и духами вонял. Что за коробочка? Что такое говорил? Картонный. Я понял, что ни валюты не будет, ни коробочки. А потом, когда мерзавцы твои огнестрельные дом обложили, вот и пришлось по-новому встречать. Веня, ну не получилось у тебя встреча. Так давай разойдемся по-мирному. Да пусть проваливает свои коробочки. Нельзя. Почему? Не знаю. Тогда валюту ему отдайте. Нельзя. Помолчи, пожалуйста. Так. Ну а тебе-то зачем нужна эта дурацкая коробочка? Не знаю. Черт вас подери! Вы ничего не знаете. Я ничего не понимаю. А этот тип сейчас будет стрелять. Он не будет стрелять. Почему не будет? Они что, сообщники? Ему хуже выйдет. Мне? Пиня, это же предрассудки. Мистицизм, бабушкин сказки. Дело-то в другом. Зачем ты кашу заварил? Могли бы уйти вдвоем, жили бы как люди. Да мы не можем жить как люди! А ты и не пробовал. И не буду. Таков закон. Что? Вот куда ты гнешь. Какой закон? Здесь все законы кончились. Нет дома и нет закона. Слушай, ты что делаешь? Пристреливаюсь. Лабуду про закон ты мне уже говорил. Когда? Когда мой дом разрушили. Не твой, не Кешин дом. Не Кеша? Да не Кеши на свете уже не было. На месте не Кеши мог быть кто угодно. А на месте меня только я. Что мне оставалось делать? Сидеть на пепелище, рыдать? Таков закон. А чем ты лучше остальных? Тем, что я это я. Можешь представить меня рыдающим. Давай потише. Нет. Этого придурка. Пусть он уходит. Неужели ты меня будешь держать? Да он убьет тебя. Он ничего не чувствует. Болезнь такая. Пиня, ты как? Ничего. Только ты меня придерживай. Пиня, видишь, что ты меня заставляешь делать? Может, ты и правда пойдешь с ним? Нет. Здесь мой дом. Да снесут твой дом! Без согласия хозяина не снесут. Да ушел твой хозяин. Стоять! Видите, и хозяин ваш ушел, и вы уйдете со своей коробочкой, и мы уйдем куда-нибудь к чертовой матери, и всем будет хорошо. Нет, я буду соблюдать закон. Скоро попробуешь на собственной шкуре. Я буду соблюдать. Тебе все. Пора прощаться. Пиня, ты слышишь? Слышу. Пока. Прощай. Пока слышишь. Поцелуемся. Что? На прощание. По-русскому. Обычаю. Выбрось гадость эту. Неизвестно, кто ее носил. Пшитом или блохи. По-моему, очень даже симпатично. Ты же носишь со своей подушкой. Ты что? Ты знаешь, Сима, сколько ей лет? Предмет неодушевленный, а все-таки как-никак. Это я для тебя предмет неодушевленный. Потому что ты не слушаешь меня и лезешь во все дыры. Не, ну в Африке-то я тебя послушалась. Не вылазим, так не вылазим. Сейчас. Бабушкины сказки. Хорошо бы так. Андрей! Андрюха!
Макс. Макс. Максимилиан, мое имя. Тебе что? Ничего. А тебе? Валюта ему нужна. Там чьи-то голоса. Очередная галлюцинация. Да какая нам разница? Пойдем. Здесь кто-то был. Я уже заметила. Интересно, он еще здесь? Здесь? Что же мне с ней делать? Расстегнулась.
Главное, никому не рассказывать. Все одно не поверят. Пиня! А где лодку-то взял? Заранее побеспокоился. А. Дин. А че к нему боль вернулась? Какая боль? Человеческая. Пиня! В коробочке-то что? Если б я знал. Андрюш, оставь человека. Тебе валюта, ему коробочка. Но я должен знать. Что знать? Не знаю. Пиня, стой, твою мать! Земля холодная. Че ты окажешься-то? Мы останемся одни, чтобы начать нашу жизнь снова. Надо жить. Надо жить. Придет время, все узнают, зачем все это, для чего эти страдания. Никаких не будет тайн. А пока надо жить, надо работать, только работать. Теперь осень, скоро придет зима, засыплет снегом. А я буду работать. Буду работать. Музыка. Что? Так. Ты что, рехнулся? Даже напугал меня. Ты где живешь? Ты в Америке живешь? Работать, работать. Ильин, мы в России. Да, конечно. А там же и домовых нет. Ну? А как же без домовых? Ну. У нас, если домовой уйдет, хуже не бывает. Ну. А они вообще без домовых. Представляешь? О, вот и хорошо, Ильин. Будем жить. Потому что только здесь можно просто жить. Хорошо.